Классическая музыка в современном звучании. Дмитрий Маликов представил в Нижнем Новгороде премьерный показ своего музыкального спектакля «Перевернуть игру». На этот спектакль были приглашены дети из многодетных семей, интернатов и воспитанники детского дома. Посетили они этот спектакль абсолютно бесплатно. Все понравилось. Очень крутой, правда. Прям вообще мне очень понравился. О музыке много нового узнала, о композиторах. Классическая музыка обыграна современным сюжетом, новыми фишками современными. Она будет очень интересна. Я смотрела просто на одном дыхании. Удивительное впечатление, мощь. Так показать наших классиков Моцарта, Баха. Когда о музыке говорит известный человек Маликов, то хочется ее слушать, мне кажется. Хочется больше в нее углубляться. Дети в основном сейчас сидят в компьютере и играют в игры. И не знают ни истоков, откуда идет музыка, кто начал, с чего все это происходит. И вот именно, что на самом деле, что Баха и Моцарта можно слушать не только в классическом варианте, но и также можно слушать его разнообразие. Вам понравилось? Понравилось. Ну, отлично, молодцы. Я бы очень хотел, чтобы после спектакля дети не только слушали классическую музыку, хотя это тоже очень важно, но и чтобы они просто стали немножко добрее, чтобы у них появились какие-то такие хорошие переживания. То есть зародить капельку добра и просвещения, милосердия вот в эти детские еще незрелые души, собственно говоря, в этом есть наша основная задача.